Друзья, всем привет и снова добро пожаловать ко мне на канал, где мы с вами бродим по Турции, по Стамбулу, общаемся на интересные темы, обсуждаем менталитет турков и делимся с вами мнениями в комментариях. Сегодня у нас хорошая погода, так получилось, что в Стамбуле оказалась моя коллега по совместительству, очень хорошая подруга, и мы решили сгонять на остров, на большой остров Бьюкада на Принцевых островах, подняться на гору Йорги и выпить чашку кофе с прекрасным видом. Друзья, тем временем мы потихоньку прибываем на остров Бьюкада. День обещает быть, правда, очень жарким, и людей не так будет много, потому что сегодня будни. Чтобы не толпиться и не бить друг друга по плечам. И вот прибывает наш транспорт, который поднимет нас до практически середины пути, и далее нам придется идти уже пешком. Друзья, сейчас предстоит такая атмосферненькая прогулочка на местном автобусе, на минибусе вверх в гору Йорги. Мы решили использовать общественный транспорт, потому что тяжеловато подниматься. Если кому интересно, я оставлю ссылку в комментариях и также подсказку своей прошлой прогулки по острову Бьюкада. Я приезжал сюда на пару дней, останавливался здесь в отеле. Отель также есть в моих видеозаписях. И в тот раз мы с друзьями использовали велосипед. И немного, конечно, пожалели при подъеме, потому что уклон очень резкий. Но зато было хорошо спускаться. Сейчас, пока поднимаемся, можете насладиться видами, пока мы еще едем по туристической зоне Бьюкады, торгово-жилой, прогулочной. И сейчас будем уже подниматься через парковую зону вверх. Цена на данный автобус 39 лир на данный момент, что немного, конечно, дороговато. Можно было пройти этот путь пешком. Заняло бы это, может быть, около минут 40 часа. Но, опять же, мы ленивые и решили использовать транспорт, так как далее нам предстоит подъем, может быть, наверное, также полчаса, минут 40 пешком в гору Йорги. Друзья, наслаждайтесь видами, потому что здесь, правда, очень красиво, абсолютно разное. Вот справа сейчас там не совсем видно, но в предыдущем видео можете посмотреть о прогулке на острове Бьюкада. Архитектура здесь, правда, потрясающая. Она соединяет в себе и греческий стиль, и армянский стиль, и османский стиль. И в основном все постройки здесь, старые жилые, они деревянные, и каждый по-своему, правда, красив. Посмотрите вокруг. А пока наслаждайтесь подъемом наверх, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, и этим самым вы дадите мне, правда, мотивацию, потому что чем больше вы будете ставить лайки, подписываться и комментировать, тем больше YouTube будет рекомендовать мой канал и мои видео, тем больше у меня будет мотивации записывать что-то интересное и рассказывать о чем-то интересном вам. На сам остров Бьюкада, также и на остров Ебелиада, каждые выходные приезжают очень много местных жителей, турков, чтобы отдохнуть от повседневной суеты Стамбула. И это место, правда, действительно, даже нет слов, оно просто потрясающее. Здесь можно побродить. Здесь не так много достопримечательностей на самом деле. Из них это зона вокруг самого морского вокзала, туристическая прогулочная. Также на острове находится самый старый деревянный отель, до сих пор функционирующий. Сейчас вот как раз мы поднимаемся на гору Йорги, там находится православный греческий монастырь. Также на острове есть маяк. И самое старое деревянное сооружение, самое большое, точнее, деревянное сооружение в мире, которое до сих пор сохранилось по сей день. Раньше это был приют, детский приют греческий. Также у него очень интересная история, которую я рассказывал в своем видео предыдущем про прогулку по острову Бьюкада. Вроде бы поднялись еще не высоко, но уши уже начинают потихоньку закладывать. Друзья,
Посмотрите, пожалуйста, на особняки вокруг, на архитектуру и как, наконец-то, нам сегодня повезло с погодой. Прекрасное чистое небо, очень тепло, абсолютно нет ветра. Конечно, наверху будет немного прохладнее, но супер. Наконец-то заезжаем уже в парковую зону, в лесополосу, и это значит, что скоро мы уже будем на месте. Но оттуда, как я уже и говорил, нам придется подниматься в гору пешком. Ну и ладно. Настроение хорошее, место просто потрясающее, поэтому вперед!
уже идем минут 15 пешком вверх. Посмотрите вокруг. Да, Лена потихоньку умирает. Немного осталось. Вот, наконец-то мы уже забираемся. Полчаса от транспорта. Так, где Лена? Лена? Лена еле живая. Поднялись на гору Йорги. Сейчас отдохнем, сходим в храм и посидим в кафе. Вот так площадь выглядит. И мы засядем тут на лавочке. Где-нибудь здесь. А вот и сам православный храм святому Георгию Кудунскому. Православный греческий. Чуть позже мы в него зайдем. А сейчас давайте посмотрим на азиатскую часть Стамбула. С острова. Как раз видны районы Картал, Пендик, Мальтепе. Мальтепе мы с вами еще не гуляли, но... Вот так вот выглядит Стамбул. Друзья, самое что интересное, сколько раз я здесь не был. Вот туда еще пойдем сейчас прогуляемся. Там с обрыва красивые места. Лена снимает. Сколько я здесь не был раз, всегда 95% на вершине данного холма, как раз православного храма, русскоговорящие. Тоже интересный факт. Друзья, красота просто потрясающая. Цвет моря, я не знаю, камера передает или нет, и воздух, и тишина. Даже говорить ничего не хочется. Привет. И вот чуть-чуть отошли в другую сторону. Оп. Вот. По обрыву сейчас с вами пройдем. Вот тут вот многие люди любят посидеть, уединиться, сделать красивый... А вот люди сидят. Турки сидят, отдыхают. Друзья, красота неописуемая. Мы пойдем обратно, сейчас зайдем в храм. А потом выпьем кофе в кафе. И уже будет самое время ехать обратно, потому что у Лены уже сегодня самолет в Россию. Наверх поднимемся. Зашли в храм. Сейчас поставим свечки. Между прочим, бесплатно. И зайдем внутрь, покажу вам. Друзья, ну вот, пока никого нет. Можно чуть-чуть поснимать. Попробую по-быстрому, но чтобы было все видно. Обычно съемка запрещена. И сидит специальный человек, следящий за этим. Но сейчас никого нет. Что смогу, покажу. Историю самого храма можете послушать в моем видео, опять же, в комментариях будет, точнее, в описании будут видео с предыдущей поездки на остров Биюкада. Там я рассказывал немного об истории храма, как он, почему именно Георгию Кудунскому, как это было связано с пастухом овец. Кому интересно, перейдите, посмотрите. А сейчас по кругу пройдем и посмотрим потолки, люстры. Сами иконы. Вековая красота. Правда, очень-очень красиво. А сейчас мы с вами с Леной. Ой, как громко. Пойдем в Юджи кафе. Посидим, посмотрим с обрыва, также насладимся видами и выпьем по чашке кофе. Вот, друзья, заходим. Деревянная кухня у них. Вот павильон крытый, но погода прекрасная, я думаю, что нет смысла там сидеть. Сейчас выберем столик. Вот, посмотрите, как видно район Картал, Пендик, Стамбула. Маленький остров. А мы куда-нибудь туда. Ну что, друзья, мы уже спустились с горы, уже практически подходим к паромам. И вот одна из моих любимых улиц, точнее спусков вниз. Обычно здесь очень много туристов, посмотрите, стены все расписаны на разных языках мира. Тут снимают фотографии,
Даже в некоторых сериалах турецких это место также присутствует. Мы потихонечку спускаемся, и вот сейчас посмотрим подъездные группы. Опять вот мое любимое здание, вот, посмотрите. Входная группа на этом уровне, входная группа там. Друзья, это обычный жилой дом. Полностью деревянный жилой дом. Честно, даже год не знаю, не нашел. Если кто-то знает, кто-то увлекается историей, пальмы уже. Если кто-то увлекается историей, можете написать в комментарии. Очень интересно. Вот он, красавец. Абсолютно, да, другая архитектура. Поражает. Всегда, когда прихожу, на пароме на Биюкаду, всегда прогуливаюсь, точнее, спускаюсь по этой улице, очень нравится. И вон у нас уже паром. Лена уже устала, Лена уже спешит на паром. Друзья, посмотрите еще раз. Ну как такое может не нравиться? Вот тут у нас памятник Ататюрку. Сейчас тоже посмотрим, может быть, сфотографируемся. Ну и не могу оторваться. Крайний взгляд на красоту архитектуры. Чайки кричат, люди отдыхают, тепло. Интересное зрелище. Обычно люди всегда фотографируются рядом с памятником, но турчанка решила забраться на него. Да. А мы потихоньку идем уже в сторону парома. Близится вечер. И затем в аэропорт. Всем спасибо, друзья, кто посмотрел. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Буду радовать вас дальше прогулками. Всем пока!